Друзья, всем привет. Пока иду на тренинг, скажу вам новости, расскажу. Значит, получили мы вторые результаты теста Leben in Deutschland. Все мы сдали, все хорошо. У меня 25 из 33 результат. Ну, не хороший, не шикарный, но и неплохой. Там нужно было 17 из 33, и ты сдал. Вот. Ну, в принципе, насколько я знаю, все сдают этот тест. Это даже не экзамен, тест, скорее всего. А вот. Так что, если кому нужны... Кому нужна книжечка эта в PDF-е, я напишу телеграм свой и вам скину в PDF-е, чтобы вы не покупали. А то там как бы, ну, он всего нужен-то на 2 недели, а потом вы его не продадите просто и выкинете там 12 или 15 евро, ну, все равно деньги, правильно? А вот. Так что... Я напишу свой телеграм. Если кому надо, в PDF я скину. Это нам ребята арабы скинули. Вот. И я всем раздаю, скажем так. Вот. Это мы получили, по-моему, 1 числа, что ли, или 2, не помню. На электронку нам пришло письмо, что до 8 ноября вы можете прийти и забрать. Там сертификат такой же дается, как и на B1. Вот. Он как бы, в принципе-то, и не нужен, этот тест. Ну так, особого такого значения он не имеет. Он нужен для... получение гражданства. Ну, это когда еще будет? Кому это надо? Ну, скажем так. Понимаете? Можно его, конечно, пересдать в каком-то, когда заходите. Ну, если вы не сдали. Хотя, насколько я знаю, все сдают. Вот. Ну, может быть, кто-то не сдает, я не знаю, как пенсионеры там такого плана. Не хочу никого обидеть. А вот. Ну, бывают моменты, которые... Я тоже, допустим, на B1 сразу не сдал. Ну вот, сдал на А2. Так что тут такое дело. Но вот этот вот Leben in Deutschland сдают все. И как бы он нужен только для, повторюсь, для получения гражданства. Но когда это будет, это вы должны сдать, знать B1 и сдать его, отработать легально 3 года, и тогда вы можете рассчитывать на подачу на гражданство. А так вот, а так он не нужен. Ну, если не сдали, это, по-моему, 25 или 30 евро стоит пересдача, как бы. Ну, если вы сдали, то сэкономили 30-ку, это можно купить кроссовки со скидкой, кому интересно. А вот, вот, значит, что еще? Написала письмо в БАМФ аж 2 раза. И 2 раза мне пришел ответ: нет, нифига, вы не по электронке должны нам писать, а именно в бумажном виде, скажем так, да? Конвертом и туда. Сейчас дорогу тут. Вот. Какого плана? Вот. Позавчера мы ездили в Лебах. Это в лагерь, где мы жили там. Первое наше место, положение тут. Где нас приняли, где мы прожили 10 дней. Вот, значит, приехали мы в Лебах. Я там закинул им в бокс в этот. Надеюсь, они его получили. И смотрю, что в лагере-то белых нет, ребята. Никого, ни украинцев, вообще белых нет. Одни черные.
арабы, там цыгане, вот это все, вот это ромалы. Вот так вот. И новое, я снимал в прошлом году, новое помещение, которое они сделали, двухэтажное, красивое, такие вообще, класс. А вот, они тоже все заселены уже, представляете? И тоже все черные, с детьми там, с мамами, с бабушками, в общем, полный аул. Вот так вот. Так что, ну, земля уже не принимает это с того года, я с 1 августа, по-моему. А вот я об этом говорил неоднократно. Так что вот, ждем ответа из Банфа на продление мне 300 часов добавочных. Блин, рука устала. Вот, и все. И ищу я, значит, школу. Многие мне советуют лектор, называется школа. Вроде бы там ничего так учат. Ну вот. И пойду туда. Ну, зайду, спрошу. Если есть места, то туда. Пока жду от Банфа письмо, что они мне продлевают на 300 часов. Пока отдыхаем. Сегодня пятница. Как мой друг киевский говорит, пятницо. А вот. Так что всем хорошего настроения. Берегите себя. Мир Украине. Всем пока.